Секундочку. Все в меню, как назло, нарочно зля дух западло, сверкают ноги в солнечных лучах. Кап-кап, кап-кап, с конца, кап-кап. Слушайте, как будто Летов поет. Кап-кап, кап-кап, с конца, кап-кап. В общем, вы меня поняли. Сегодня разбор на песню «Трипак» «Сектора газа». В целом, все играется очень просто, но нужно на баррешке всю песенку эту мочить. Даже если ее играть блатными аккордами, то так или иначе аккорд всеми любимый H, он же C, мажор, нужно будет брать с барре. Поэтому прекрасная песня для того, чтобы освоить это самое барре, если оно у вас недоосвоено. И заодно пальцы подкачаете, вот большой палец. И, собственно, всю песню, если проиграть вот так на барре, то руки будут подкачаны. Собственно, потом можете заниматься всевозможными вещами. Правда, левую руку только подкачаете, а нужно бы правую. Но если вы левша, тогда уже, ну, играете в праворульной гитаре. Праворульный. Что-то сегодня вообще такое, не пойму. Все, запомните, есть праворульная гитара. Итак, что мы делаем? У нас обычный классический дворовый бой. И если играть классическими дворовыми аккордами, это у нас вот ЕМ здесь, а также он у нас есть на седьмом ладу. АМ у нас есть здесь, он у нас есть на пятом ладу. И, собственно, аккорд Си, он же H, он у нас вот здесь на седьмом ладу. Плюс в припеве еще добавляется аккорд D, он у нас вот он, мы его ставим здесь. И аккорд вот этот, всеми любимый G, G, как его только не называют. В общем, это у нас аккорд соль мажор, мы его ставим вот так. И во вступлении мы напеваем ту самую мелодию, которую играет соло-гитара. Вот эту штуку, обычным блатным дворовым боем. Ну, можно пальчик вот сюда добавлять. Это для красоты. В некоторых моментах, ну, вообще песню нужно стараться так подразнообразить, чтобы ее всю вот так вот не долбить. И, собственно, куплет он играется абсолютно так же, как все практически проигрыши. Как вступление, это вот та самая мелодия, да? Какие мысли по весне, мне наяву, да и во сне, от мыслей от одних мой ломит пах. Кстати говоря, можно в конце куплетов вот этих, трех строчей, так сказать, ставить вместо аккорда H мажора, можно семерочку, убираем вот этот палец, ну вот этот аккорд, да? Он у нас, вот он. Ставим его вот так, семерочка очень красиво здесь заходит. Все играется абсолютно по лекалу, абсолютно все одинаково во всех куплетах. Только что вот этот припев, где наши самые любимые кап-кап, да, там уже можно играть как квинтами, так и, собственно, полновесными аккордами. Если это показать медленно, просто после каждого кап-кап есть переходный аккорд. Вот мы кап-кап, переходный аккорд, потом опять кап-кап. Опять переходный аккорд с конца, переходный аккорд кап-кап. После вот этого вот всего дела, после кап-капов, нам нужно будет успевать ставить вот этот самый переходный аккорд. Типа вот так. Кап-кап, кап-кап, с конца, кап-кап. Вот такая фигня, если медленно. Кап-кап, кап-кап, с конца, кап-кап.
это единственное, что у новичков, совсем уже у таких прям супер новичков, вызовет какие-то неудобства, вопросы и прочие все дела. Но это очень круто, старайтесь их ставить. Если вдруг вы не успеваете здесь на баре, то хотя бы попробуйте на блатных. Типа кап-кап, с конца, кап-кап. Вот такую фигню. Тоже медленно сначала можете. Кап-кап, кап-кап, с конца, кап-кап. И, собственно, там один проигрыш есть именно на этих самых аккордах, аккордах припева. Это можно вообще квинтами, можно там даже медиатором мочить, типа. Опять кап-кап, кап-кап, с конца. Надо в стиле Летова эту песню будет обязательно спеть. Ну, в общем и целом здесь все. Думаю, больше вопросов никаких не возникнет. В описании есть ссылочка на группу ВКонтакте, где есть эти самые аккорды. И не забывайте про 5000 халявных аккордов и табов. Это то, что будет с вами абсолютно всю вашу жизнь. Эти пиво сходили попить и, собственно, его вылили, да? Машина сгниет, дом завалится, а аккорды навсегда будут с вами. Поэтому заходите, скачивайте этот гигантский архив, эту великолепную работу. И, собственно, наслаждайтесь этим всю свою жизнь. Все, до новых синяков!